после тренировки и хотела сказать про вот такое вот мыло, как-то брали его, это какое-то органическое. В общем, не советую, вообще никакущее, не берите. И да, еще недавно приобретала вот такой вот крем под глаза. Он хороший, все мне нравится в нем, но почему-то болят глаза от него очень жутко. Не советую. Так, сегодняшний ужин. Такой какой-то салат. Салат с лососем и креветками. Это мы заказали новые какие-то роллы с овощами. Сладкие мы заказали одни. Это радость называется. Яблоко, банан, персик, тесто, клубничный джем. И вот такие это запеченные, по-моему, роллы. Мидии, лосось, омлет, китайская капуста, сливочный сыр. Привет, друзья! Снова трансляция на природе. Я не могла просто не заснять, как потеплело у нас. Я уже вообще легко-легко одета. Что-то тут, знаете, мне не нравится. Снег растаял, и такое ощущение, как будто, ну, вы посмотрите сами. Шины, мусор везде. Короче, со снегом было намного круче. Я вообще вышла для того, чтобы снять видео «Ответы на вопросы». И вот ищу место, все как обычно. Еще вышла вообще пройтись как бы и побегать заодно. Потому что моя сестра не захотела пойти просто по городу прогуляться. Я знаю, вы просите больше города снимать, но не всегда это возможно. Речка и мостик. Я вам сейчас покажу. Такой самодельный мост. Знаете, мне кажется, я слишком далеко зашла. Я так далеко никогда не заходила в лес. Во-первых, мне сестра сказала, что здесь не травят клещей. Здесь могут быть клещи, поэтому мне вдвойне стрёмно. Я, наверное, знаете, что сделаю? Главное потом не забыть достать лосины, потому что это стрёмно выглядит. Я такую поляну нашла. Теперь нужно пробраться туда. Как же тут не поймать клеща, если тут просто заросли? Я уже нажралась паутины. Мошек. Что-то как-то... У меня аж мурашки по коже. Вот. Вот, я буду здесь сидеть. Что это? Дерево. Похоже на жопу. Или на какой-то кокон, из которого сейчас выпрыгнет на тебя что-то. Как красиво. Я, кстати, вышла на поле. Выбежала, вернее. И по правую сторону вот здесь дачный кооператив какой-то. Так что люди здесь ходят очень часто по этим тропинкам. И я бегаю даже не одна, можно сказать. Здесь есть группа, которая бегает. Я пока бегаю одна. Меня никто никуда не приглашал, не звал. А здесь вот какое-то поле. Я первый раз вообще здесь. Смотрите, как красиво.
Это просто шик. Если вам это видно, темные облака и надвигается дождь. Ветер поднялся. Мне кажется, сейчас как долбанет дождь. В общем, нужно бежать отсюда бегом. Какую поляну я нашла. Это прям какое-то березовое побоище. Куча деревьев валяется. Начался дождь сильный. До этого я снимала практически чистое небо с каким-то минимальным количеством тучек. А сейчас просто, ну, практически ливень.